Ноги и обувь жителей Нягани теперь будут в порядке. В городе обновили 2500 квадратных метров тротуаров. На ремонт дорожного полотна и пешеходных зон ушло около 50 миллионов рублей. Старые плиты заменили асфальтом. Проверили качество работ специалисты управления капитального строительства и городского хозяйства. Нареканий не возникло. На обновленных участках в ближайшее время планируют установить пандус, обочины разровняют и засеют газоном. Жители, так скажем, долго мучились с Приурала до школы, до 4-го микрорайона пройти. Это была целая история. Здесь и машины ездят, и тротуара не было, как бы сложно было. Вот то, что сейчас сделано, самое что ни на есть, замечательная идея. Аккуратно, красиво, удобно.